Сегодня я хочу поделиться с вами нашим новым открытием. Это волшебный напиток. Поверьте, когда вы начнете его готовить, вы это поймете. Он очень простой. Проще некуда. Ты зачем это? Надо. Артём, попробуй. Ты чё, лоха нашёл? Сам пей своё пойло. Это тебе. Что это? Напиток молодости, что? Да? Вкусно. Пришел домой, открывай! Пап, ты уже дома. Куда ты хочешь войти? Враги. Одни враги вокруг. Только Путин поможет. Долго еще эта белка продлится? Я не знаю рецепт из интернета. Что происходит? Жена? Что ж, пора связывать. Ну и когда его отпустят? Химики. А чё я-то? Подготовить бомбу с карбидом очень просто. Выкапываем небольшую ямку под бочку. В эту ямку кладем горсть карбида и заливаем водой.